славных правителей святые Руси, благоверных князей, княгинь, царей и цариц, и всех во власти бывших, в попечении имевших они порочной вере и с прилежанием в вере христианского закона, управлявших страною нашею, Михаила Федоровича Алексея Михайловича, Федора II Алексеевича, царевны Софии Алексеевны, Иоанна V Алексеевича, Петра I Алексеевича, Екатерины I Алексеевны, Петра II Алексеевича, Анны Иоанновны, Иоанна VI Антоновича и матери его Анны Леопольдовны, Елизаветы Петровны, Петра III Федоровича, Екатерины II Алексеевны, Павла Петровича, Александра I Павловича, Николая I Павловича, Александра II Николаевича, Александра III Александровича, на месте всем упокоения и в иных местах погребенных, и они же проститеся им всякому прегрешению, больному же и невольному. Святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, царей и цариц, на сем месте и в иных местах погребенных, в селениях праведных учинит, в недрах Авраамле упокоит, с праведными сопричтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человека любит.